После школы немецкий мальчик Уви Тим пошел учиться на курсы скорняков, однако раскрой мехов не стал профессией. Зато немецкая литература приобрела в его лице писателя. В 31 год Уви начал писать романы, повести и книги для детей, и с тех пор его не остановить. Книга «Руди Пятачок» обсуждается на уроках литературы в Германии и является лауреатом немецкой премии по детской литературе. Книга «Руди Пятачок» – это веселая история о городской немецкой семье, в которой волей случая поселился поросенок, в течение повествования вырастающий во взрослую свинью. Свинья, как животное в квартире, явление удивительное, а Руди, к тому же, необычная хрюшка, он беговой поросенок. Вместе с Руди Пятачком вы побываете на свиных бегах, почувствуете себя настоящим футбольным фанатом, попутешествуете по Германии и узнаете, насколько интереснее становится жизнь, когда в семье появляется домашний любимец. Нет! Руди! Но ты свинья, это папина работа. Он убьет меня. Режиссер Питер Тим снял два фильма про пятачка Руди. В 95-м по книге, в 2007-м про другого поросенка и другую семью. Но автором сценария тоже выступил Уви Тим.